произведем такой карьерный самосвал, который будет перевозить как минимум 450 тонн горной массы. Абсолютно новый класс карьерных самосвалов. Именно разработка «Белаза». Высокая маневренность. Оригинальная кинематика поворота. Новые решения. Решения в силовом приводе, решения в рулевом приводе, решения в несущей конструкции. Два дизель-генератора. Четыре колесных электромотора. Восемь шин. 4600 лошадиных сил. Везет машина-груз, работает два двигателя. Едет машина за грузом, работает один двигатель. То есть мы экономим топливо. Машина может перемещаться по тем же дорогам, что 360-тонная машина. Сыпется в те же габариты ремонтного бокса. Любой водитель, имеющий права на управление карьерным самосвалом, может управлять и самосвалом 450 тонн. Алгоритм управления, он абсолютно такой же. Сегодня эти машины уже собираются на новых производственных площадках, специально построенных «БелАЗом». В 2012 году в Лас-Вегасе было заявлено о создании машины 450 тонн. Мало кто верил. Прошел год, и вот он стоит. Преодоление уклонов до 18%. Полный привод. Максимальная скорость 64 км в час. Расчетная производительность на 25% больше, чем у всех существующих карьерных самосвалов наивысшей грузоподъемности. Этот самосвал громко заявит о себе. БелАЗ 75-710. Хороший будет карьерный самосвал.